Маша, там змея! Нет, вот от дороги туда дальше. Можешь вот этот вот посередине, вот. Да. Капец. Алло. О! Ай, кто-то укусил, что ли? Свои люди. Я сорвал. Всем привет, мои дорогие. Наконец-то у меня дошли в мои руки, мое время на уборку дома. Начинаю я убираться с кухни полностью. Все забрызгала антижиром. Вот таким средством. Я не раз про него уже говорила. Только этой фирмы Азелит. Вот. Гразовская. И забрызгала. Сейчас уже фасады вверх помыла. Низ я не брызгаю. Низ я просто такой вот. Вот таким вот полотенчиком протираю. Вот так вот прохожу. Тут все хорошо отходит. Все хорошо вытирается, никаких разводов, ничего нет. А я вам хотела рассказать такую историю, со мной приключилась на днях. Ну как на днях? Вчера это было, ребят. Я вчера работала в аквапарке. Ну, утром встаю, у меня будильник, все. 6 часов, 6.30 будильник. И я, значит, пока буду рассказывать, буду протирать ходить. Не знаю, вы любите такое смотреть? Вот, мотивация на уборочку. Там мусор. Так, вот видите, вот такие вот белые, вот такие, господи, отеки. Так вот они легко, просто тряпочкой. Ну вот, ну, в общем, такое, как бы. Все, протерано, чистенькая уже. Уже чистая кухня. Вот это мне нравится. А тут как бы приходится заморачиваться. Ну, кухонка блестит. Видите, вроде кухня чистая, протираешь. А когда забрызгаешь антижир, видите, желтое все. Видите, как он отходит? Вот как отходит. А так каждый день прохожусь по несколько раз на кухне, да? И так кажется, что, видите, сразу жир выступает. Вот это все сейчас буду вымывать. Так вот, встаю я утром. Ну, первым делом, естественно, я иду, включаю кофемашину. Ну, встаю, включаю кофемашину. Ой, какая, я еще до нее не дошла. Что-то у меня на кухне лежит какой-то комочек. Такой, знаете, как будто кто-то заварил зеленый чай. Хотя у нас нет такого зеленого чая, думаю, никто не заваривает. И вот это вот, остатки вот этого чая заваренного, как будто комок такой горсть, ну, такой бугорочек лежит у меня на полу здесь, на кухне. Что-то я не пойму, что это там такое. Вчера не было ничего. Сегодня лежит. Ну, иду такая ближе, смотрю. А это сидит лягушка. Я вообще в шоке, как в наш дом забралась это чудовище. Но так как я это вообще все просто не перевариваю, для меня был это шок. Просто шок. Сидит лягушка. Причем она сидит в паутине вся, в пыли. Это она, значит, под каким-то шкафами, потому что я месяц, ребята, я не убиралась в доме просто. У меня не было на это времени вообще. И, короче говоря, это лягушка. Я Андрея бужу, я говорю: Андрей, у нас чудовище. Он говорит: что? Ты что, вообще что? Я говорю: у нас чудовище сидит на кухне. Вставай, убирай его, я не могу, мне на работу надо, мне кофе надо попить, мне позавтракать надо. Взял, надел перчатки, мы их потом выкинули, вот такие вот. Взял эту лягушку и выкинул. Вы представляете, как? Я в шоке. Вы
Вот такие приключения. Так, ладно, я буду дальше убираться. Иначе я ничего не успею опять сегодня. Хочется все показать, но не получается, ребят. И снимать не получается, и работать, и убираться, потому что на все нужно время, а времени нет. Какая-то вообще опять бешеность начала вот это. В общем, у меня бардак, полный бардак, очень пыльно. Включила сейчас кондиционер, потому что окна позакрывала, очень душно. На улице духота невозможная. Вот. Кое-какие у нас тоже изменения. Чуть позже я вам о них расскажу. И надеюсь, что и покажу. Вот. Скорее всего, это будет завтра. У меня влог будет из нескольких дней. Вот. Потому что все некогда. Так что до скорой встречи. Я не прощаюсь. О, пока я свободна. Я дома успела убраться сегодня. Очень быстро торопилась, потому что у Максима тренировка. И я хотела вам сообщить, дорогие мои. Я думаю, что пришло время, потому что рано или поздно, так туда не пойду, там людям, чтобы меня было слышно. Рано или поздно мне пришлось бы это сделать. Я успела вымыть голову, кое-как уложиться и отступление. Вот. И уже пора краситься, но речь не об этом. Я все это сделаю спустя время. Я хотела с вами поделиться о другом. Пришло время вам рассказать, потому что вы это увидите. И кто нас смотрит давно, кто переживает за нас. И, в общем, у меня много вообще новостей, на самом деле. Я не знаю, как мне это все преподнести. Последняя информация о танцах наших, да, что касаемо наших танцев. Я говорила, что мы закончили европейскую программу, да, и остановились только на одной программе, на латиноамериканской. Вот, но у нас еще произошли изменения в нашей паре. Настя бросила танцы, да. Вот, с Максом они расстались, но они остались в дружеских отношениях. Они еще и в одном классе учатся, поэтому все хорошо, а ребята общаются. Слава Богу, все хорошо. Вот, Максим, как вы поняли, уже ранее сказалось, что сейчас на тренировке он. У нас временный зал вот здесь вот, в этой школе, в школе-интерната. Это временный, пока в новом зале делается ремонт. И да, вторая новость. Мы ушли с клуба «Миллениум». Вот. Мы очень благодарны нашему тренеру. Он внес огромный вклад. И лучшего мы и не знаем тренера. Поэтому, так как Макс завершил эту карьеру европейскую, я надеюсь очень, что когда-нибудь он вернется, потому что я уже скучаю, и я его всегда поддержу, если он захочет вернуться и в европейскую программу, да. То есть я не буду его отговаривать, я буду всячески помогать, всячески работать, всячески способствовать тому, чтобы он танцевал. Но пока он сам решил, он принял сам для себя это решение, что он будет танцевать только латину. И наши педагоги-латинисты, они открыли свой клуб. Естественно, мы пошли за результатом, за проверенными тренерами. Вот. Вот так сложилась у нас ситуация, потому что все равно вы бы все узнали, и узнали бы, когда мы уже танцевали бы. И да, мы в паре. Девочку вы увидите уже на турнире. Сейчас они интенсивно занимаются. В данный момент она уехала, правда, в отпуск. Макс один тренируется, но ничего, скоро она приедет, вернется. У них уже были индивидуальные уроки. У нас были пробы, им обоим все понравилось, родителям понравилось, тренерам тоже понравилось, поэтому они встали в пару.
Вот, девочку зовут Виталина. Сами все увидите уже на турнире. Соответственно, конечно же, мы вам ее покажем. Я покажу. Вот. И вот так вот сложилось. Просто вот. Вот так просто сложилось в этой жизни. Мы еще, правда, не говорили нашему тренеру, но он нам почему-то не звонит. Ну, ладно, мы просто тоже были в маленьком шоке, когда узнали, что Настя бросает танцы. Мы не были к этому готовы. Однозначно, от слова совсем не были готовы. Но вот так вот, видите, какая ель тут, она огромная просто. Ну, так вот складывается. И слава Богу, что складывается неплохим образом. Почему? Потому что я уже, честно говоря, я уже просто была в панике. Потому что нет подходящих здесь девочек в Белгороде. Я уже думала, все, то ли мне в Москву ехать и жить на два города. Но это было бы вообще... Для меня это просто вот... Это самое ужасное, что могло бы быть. Вот. Но в любом случае я только за достижение и результат Максима, поэтому я бы все сделала, наверное. И слава Богу, что у нас девочка нашлась. Очень способная, очень талантливая, работящая такая, прям ух, ух. Вот. Все увидите в скором времени сами. Вот. И еще одна новость в нашей семье уже. Андрей, мой муж, открыл свою автомойку. Работает на себя уже непосредственно. Он в этой сфере, в этой деятельности уже давно. Он все тонкости, все нюансы знает. Сейчас работает просто на убой. Завтра... И я вообще как бы, ну, была занята, мне было все некогда-некогда, и завтра у меня никого нет дома по записям, последний день мой выходной. Я предложила свою помощь, мы с Максом поедем чуть-чуть, ему поможем, там, помоем, где-то что-то там, клиентскую зону, вот. Хочу купить там, может быть, каких-то кружек, или из дома возьму, посмотрим, не знаю. Чай, кофе такое, чтобы было, сахар привезти. Ну, в общем, облагородить, знаете, вот не хватает там женской руки, вот, ну, сами понимаете. Потому что он не успевает, ему некогда, очень много записей, слава Богу, дай Бог, чтобы так было. Химчистки сейчас там, в общем, целыми автопарками и к нему едут. Это хорошо, вот. Поэтому... Слава Богу, все так складывается. И я надеюсь, что я в следующем году поеду на море. Потому что я хотела очень, но у нас не получилось. Мы планировали, потом вот так вот все закрутилось, завертелось. Все просто наложилось. И я давно хотела сказать, сообщить. Просто не было подходящего момента. Думаю, ну, наверное, на турнире скажу. Но на турнире как-то было бы нечестно по отношению к вам, к зрителям, которые ждут вот... нашу пару, а тут бац и девочка. Я ничего не сказала до этого, могла бы поделиться, у меня нет от вас секретов таких, да, вот, поэтому я знаю, что очень много ребят смотрят с турниров, и тоже как бы они общаются, и потом бац, он приходит с другой девочкой, скажет, Макс, ты чё? Но он, правда, в своем посту там в запрещенке Максим уже поделился и написал. Вот, в общем, вот такая вот у нас, вот такие вот новости. Так что зал покажу вам, конечно же, позже. Он пока там подготавливают на ремонте, но все будет открытие. Ждем не дождемся, потому что перебиваемся вот по разным вот таким вот местам. Но ничего, это временно. Это хорошо, когда есть маленькие трудности. Нужно их преодолевать, и я считаю, что наоборот, все будет хорошо. Чем ты пришел, все на готовое и все, да? Вот. Максим, вот так вот ему повезло в плане того, что он всегда сталкивается с какими-то вот такими вот
Он идет, идет, ему все равно, дайте ему только вот заниматься, неважно где, в каких условиях. Главное, чтобы вот он отдается по полной. И я знаю, тренера очень, мы их очень ценим. Они огромный вклад вносят и максимально помогают ученикам своим. Вот. Так что это видно, это прям классно. Такие дела. Мы взяли очень много уроков. Ну, не прям вот прям очень много, но в два раза больше, чем у нас они были. И будем заниматься. Сейчас Максим индивидуально сам один занимается. Несколько уроков в неделю взяли. Пока наша Виталинка отдохнет и приедет, но она не скоро. А, ой, она скоро уже приедет. Поэтому пускай отдыхает. Тоже сказали, что если бы мы знали раньше, что так сложится, что ну, мы станем в пару, мы бы раньше съездили, отдохнули. А так как мы не знали и уже все ну, забронировали, уже все просто как бы договорились, да, то вот так вот получается. Но ничего, мы их спокойно отпустили, все хорошо. У нас, кстати, скоро у Максима сборы начнутся, вот как раз она приедет, и у нас начинаются интенсивные сборы, как раз перед танцевальным сезоном. А вот, куча всего нужно, конечно, успеть нам, и с другими педагогами позаниматься успеть. Ну, мы настроены прям ого-го. Ого-гошеньки-гу-го. Вот. Ай, сегодня в шортах. У нас прям жарко, у нас выходные обещают вообще там под 40 градусов. Как раз я работаю. Вот, такие дела, ребята. Спасибо всем за просмотр. Не теряйте нас. Все хорошо. Всем пока-пока.